За ходом игры на столичном стадионе «Лужники» вместе с Владимиром Путиным наблюдали главы более чем 10 государств, а еще известные политические деятели. Среди гостей президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, президент Молдавии Игорь Дадон, лидер Франции Эммануэль Макрон с супругой, а также бывший президент Французской республики Николя Саркози. В кулуарах финального матча Владимир Путин приветствовал каждого и коротко пообщался с гостями. Почти 130 представителей спецслужб из 34 стран помогали нашим правоохранителям поддерживать порядок на чемпионате мира по футболу. Об этом накануне сообщил Владимир Путин на встрече с сотрудниками Центра международного сотрудничества по обеспечению безопасности. Президент отметил слаженную совместную работу и, в частности, рассказал, только за период чемпионата нейтрализовано почти 25 миллионов кибератак на информационную структуру нашей страны. Наши гости не сталкивались ни с излишними барьерами, не с излишними ограничениями. Все процедуры, связанные с безопасностью, были надежны, но не создавали ненужных излишних неудобств. Это действительно показатель вашей высококлассной, современной и в том числе совместной работы. При этом особо отмечу, что она, эта работа, не бросалась в глаза, была ненавязчивой, незаметной для большинства людей. А значит, вы четко делали свое дело. Хорошо понимали друг друга, действовали профессионально, как одна команда.